Так, небольшое пояснение по маркетингу, финальная версия. Вход в маркетинг 900 рублей. При закрытии 6 уровня ваш юнит переходит на 7 уровень. На 7 уровне он сгорает, удаляется из системы, и вы получаете единоразово выплату 2700 рублей. Хочется заметить, что промежуточных выплат не будет. Вы сразу же получаете кругленькую сумму единоразово. После этого вы вправе взять свой юнит и поставить его снова в очередь. Максимум в очереди находиться может 3 ваших юнита. Это ограничение сделано для того, чтобы как можно больше партнеров получали выплату, чтобы все были в равных условиях. И те, у кого есть возможность покупать много, и те, у кого нет возможности покупать много. Чтобы как можно больше наших партнеров ежедневно получали свои выплаты. Также к маркетингу привязан линейный бонус. Для людей с активной жизненной позицией. Как вы понимаете, самые большие деньги находятся именно в партнерской программе. То есть основной маркетинг больше для людей пассивщиков, назовем их так. Соответственно, для людей с активной жизненной позицией есть возможность зарабатывать сотни тысяч рублей ежемесячно. Однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Давайте разбираться. Итак, за первый уровень вы получаете 300 рублей. Что это означает? Как только ваш партнер, которого вы пригласили, прошел очередь, получил выплату 2700 рублей, вам приходит смс о том, что вы заработали 300 рублей. Что вы должны сделать? Поздравить своего партнера, что он заработал свои первые деньги, и, соответственно, проконтролировать, чтобы он, соответственно, вернулся в очередь, завел еще один юнит в очередь, чтобы заработать еще раз. И он заработает, и вы заработаете эти 300 рублей. То есть до бесконечности вы можете зарабатывать с первого уровня, как только они проходят, соответственно, всю мини-очередь. Предположим, что у вас в первой линии 5 человек, пожалуйста, даже если, допустим, предположим, что по одному юниту раз в месяц проходит, это 1500 рублей. Не такие большие деньги. Почему? Потому что все деньги в сетевом бизнесе находятся в глубине. Итак, второй уровень – 200 рублей. Вы пригласили 5 человек в первый уровень. Они, в свою очередь, каждый пригласили, допустим, по 5 человек. У вас во втором уровне 25 человек. Этих людей пригласили не вы. Многих из них вы даже не знаете. Пожалуйста, но за то, что они пройдут очередь, вы получите по 200 рублей. Если они будут повторно проходить, вы будете до бесконечности повторно получать по эти 200 рублей. 25 человек по 200 рублей с каждого, пожалуйста. 5000 рублей прибавка к зарплате. Неплохо. В свою очередь, каждый из них, допустим, пригласит еще по 5, у вас в третьем уровне будет 125 человек. С каждого из них по 100 рублей. Соответственно, это 12,5 тысяч рублей. Мелочь приятная, я считаю. Соответственно, на четвертом уровне у вас может быть уже там 300 человек. Это уже 30 тысяч рублей. На четвертом уровне у вас может быть сколько? Ну, 1000 человек. Это уже 100 тысяч рублей ежемесячно вы можете получать. Я не говорю уже про пятый или шестой или седьмой уровень, потому что там можно зарабатывать миллионы рублей на полном пассиве, если ваша юбка будет максимально широкой. Для того, чтобы юбка максимально широкой была, а в сетевом бизнесе что значит широкая юбка для тех, кто не понимает? Это значит, что нужно пригласить как можно больше людей в первую линию, и они начнут делать то же самое. То есть дублицировать, повторять вас. И, соответственно, если вы пригласили в первый уровень 10 человек, но из них появился 1-2 таких же активных, как вы, они уже во вторую линию пригласят минимум 20-30 человек. В свою очередь, вторая глубина пригласит минимум 30-40-50 человек. То есть и юбка расширяется. И к седьмому уровню юбка будет максимально широкой. И этих людей с каждым месяцем будет все больше и больше и больше. И ваш пассивный доход будет все больше и больше. Если вы сейчас включитесь в эту игру и начнете приглашать прямо сейчас. Однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. У нас достаточно времени, чтобы сейчас раскачать свою партнерскую программу.